сегодня с кем-то ты пошла гулять. Тусы интереснее, чем математика, и уж тем более, чем любовь. Лиза, покажи всем! Лиза, первый курс, Лиза, думала, что влюбится. Думала, что влюбится, думала, что влюбится. Пепельница, баночка, вся полна окурочков. Лиза, первый курс, Лиза, осталась дурочка. Ебать трек. Бля, как же нам хуёво в этой игре будет? Точнее, мне будет хуёво на миде. Я не знаю, что мне делать. Мне пизда. Здорово, пацаны. Походу, сосать здорово будем. Сейчас поймаем кого-нибудь на фантомочке с этиком сундучка, нахуй, а? Очень редкий, посмотри, нахуй. Щит-то не дырявый, блядь. Лянь, стрелы торчат. Сюда, нахуй. Здравствуйте, дядюшка Стрей. О, привет. Как же я устал ждать боевой пропуск. Вот бы что-нибудь помогло мне скрасить ожидания. Так ведь есть Epic Loot со своим Summer Battle Pass'ом. Выполни все 60 квестов и получи гарантированный дека-хук. А на 15, 30 и 45 левеле забирай случайную аркану. Только для зрителей этого канала. BP Helper по ссылке в описании ты можешь получить бесплатно, а не за 500 рублей. Мало? Лови бесплатный временный режим «Охота за сокровищами». Дойди до сокровищ за 4 хп и забери награду и мега-сундуки с топовыми шмотками за сделанные шаги. Играть в режим можно раз в час бесплатно. Ссылочку на все эти плюхи я оставил в описании к ролику. Там же лежит и промо на 15% и на бонусный пузырек хп в Treasure Hunter. А сколько тебе лет, Феликс? А кто? Это у нас тройка будет. Игнорит, игнорит, ЧСВ. ЧСВ, ЧСВ. Слушай, я могу пойти и в тройку. Да. Хуй пойму, короче. Даже это у кого спрашиваешь, у меня или у девушки? Нормально я по фарму, пока его ебу вообще в ноль. Блин, я помню, раньше у Боника такой мерзкий скилл был, когда все миссовали по нему. То есть он врубал хуйню, и по нему просто нереально было попасть. Ну, рейнджовым героем. Пойду за водой пока. То есть по фарму я его явно ебу, потому что у меня 17-7. 7 денаев, у него где-то 2 от силы. Так, ну 6 у него. Сейчас мне будет больно. Сейчас мне будет очень неприятно. Бля, я так не привык, что прилетает, когда ПТ-ха, она сразу на основной атрибут твоего героя. Я привык к тому, что ПТ всегда на силу прилетает, и ты его сразу переключаешь. А сейчас в новом патче сделали так, что ПТ-ха теперь собирается на тот атрибут, который твой главный. Бля, Боник куда-то съебал. Боник со мной что-то не хочет стоять, но я останусь, я на фантомке гангать не буду. Я сушу, там у него с собой всегда, наркоман, блядь. Я бы карманчики проверил у дуры и в мусарню повел бы. Дурака, блядь. Ну, мид выиграл, пацаны. То есть, разъебал Боника на миде, на фантомке, между прочим. Боник тупо ушел с мида, он понимает, что тут ловить нечего. Пошел моих мальчиков щелкать. Здарова, попущенец. Ты сам такой. Говорят, твой дед был фальшивомонетчиком в 1944 году в Германии, продавал дырявые марки. У него была кличка подстилка Рейховская. Иди пошел нахуй, нахуй, понял, осуждаю. Нет, блядь. Сам пошел нахуй. Сам иди нахуй, долбоёб, блядь. Когда ты уже вырубишь вебку и микро, заебало смотреть твою жирное ебало усатое хуйло. Иди нахуй, долбоёб, блядь. Ебать, я еще и выжил. Ебать, размансовка. Брат, а вижен дать? Добили бы Баланара, дал бы вижен на Феникс. Ну, сори, сори. Ну ладно, ничего, нормально. Не умри сам. Мог яйцо хотя бы поставить, я не знаю. Феникс как будто стеснялся кнопки нажимать. Там бы все, там бы Баланар сдох. Беги, беги, беги. Делим. Хорошо. Олег, утренний салон. Привет. А почему ты говоришь, что на фантомке не можешь гангать? Я про тот момент с руной инвиза. Ну, там снизу стоит Баланар и Пугна, братан. Вот тебе момент конкретный, руна инвиза. Снизу стоит Баланар и Пугна. Ну, типа, у меня фантомка 90 урона на тот момент. У меня не было Клеймора, у меня не было Братсворда. То есть у меня там, ну, 100 урона, окей.
Ну и типа и Крит X2, братья. Там, повторяю, Баланар, у которого 1000 плюс хп, и Пугна с Астралом. Ну типа, кого мне гандлить? Как? И Вивер на тиммейте, который не может зацепить никак. Понимаешь, то есть, если у тебя есть руна ганга, а герой говна, я это не значит, что ты можешь держусь. Тратить время. Но и если идти бы не с Визом на фантомке сейчас, там 8 левела кого-то гангать. Ебать, я зачитал рыбчину сейчас на топе. Все видели? Это рыбчина на трипл клип была. Тогда хочу тебя познакомить с Дашей Корейкой. Раз тебе без разницы. Ты ей очень нравишься. Что скажешь? Я никого не ищу. Отъебись от меня, блядь. Не надо. Познакомь меня лучше со своей мамашей, блядь. Ей я тоже понравлюсь. Поверь мне, нахуй. Мы с ней так зажжем, блядь, что у тебя, сука, новый батя появится. Будешь называть его дядей Олегом. Дядя Олег, нахуй. Трое сверху. А, дед, осты, тут Боник только что пробежал. Олег, а типа, чем не, тебе не понравилась идея Лосо? Спир до рассвета, отличное название ресторана. Ебать, шаман вообще на приколе был, походу. Не заметил, как Боник бегал. Так, пока все норм, пацаны, вроде так. Какая нахуй, почему все песни про какие-то, блядь, таблетки, блядь, какие-то рулетки, какие-то, блядь, сука, вообще, хуй пойми, тематика треков, что за наркоманы, блядь. Вот этого можно. Сломайте сами, не хочу подходить близко, мне сейчас умирать нельзя. Бля, он сразу в МКБ идет на Луне. То есть там чел сразу в МКБ идет, понимаете? То есть там типа Драгонлэнс и МКБшечка собирается. Я ж не думаю, что это Мальштром на Луне, правильно? Интересный тип. Плохо. Ой, ебать, я кританул, пацаны, это амин. Я просто кританул, еще и под БФом, я срубил. Я срубил Луну или Шрака просто с пиздюли. Бэйн, хорошая щекотка. Пощекотал знатненько мальчика. Не, я срубил прям очень сильно сейчас. Вы видели? Я с пиздюли просто двоих вырубил. Ну как в реальной жизни, нахуй. Понимаешь, с пиздюли, нахуй. Класс, блядь, минус два. Тупо минус два за гаражами уже лежат, нахуй. Можно маму вызывать, чтоб забирали. О, ебать, два крита подбрил. Ебать, сегодня бедро. Бля, лучшая ха-ха-ха. БТВ, соли, зло, ребят. Сапсон в один конец. Не одобряю. Не прожигайте жизнь. Лучше покурите. Это осуждаю. Полезнее. Вообще, блядь, любите курить, блядь. Что курить, нахуй? Сижу. Я покурю, блядь. Я вам покурю, нахуй. Осуждаю, блядь, курение, соли ваше, пиво, блядь, всю хуйню. Максимально не одобряю. Вы что, ебанулись там? Здорово, Бубен Усатый, ты знал, Бубен, что твой дед по шконку присел, понял? За соль, дура усатая. Что ты буровишь, блядь, мой дед не сидел, в отличие от твоего, нахуй, потому что ты его никогда и не видел, нахуй. Ты как родился, он сразу и присел, блядь, потому что хотел тебя обменять, нахуй. Понимаешь, нахуй. Обменять на соли Скипаешь, хотел, его повязали, дура, блядь. Шизофреник, тебе уже везде мерещится осужденка. Да нет, Пирдозари, название ресторана долбоеб, где ты будешь главный. Ты сам долбоеб, не нужны мне твои. Осуждаю, осуждаю и не одобряю. Братан, я вижу, что ты, блядь, говоришь и что ты имеешь в виду. Я не долбоеб, поэтому я тебя осуждаю. Мне ничего не мерещится. Думаешь, что я каждый день не вижу таких дурачков, которые осудительную хуйню пытаются высрать, блядь. Осуждаю тебя и не одобряю максимально. Можешь мне не донатить, клоун. Привет еще раз. У меня 9 часов вечера как раз. Очень удобно тебя смотреть по времени. Ебать, срубил. Лови годный трек. Ебать, 9 вечера, это и правда удобно меня смотреть. Удачи. Потому что у тех, кто живет по московскому времени, сейчас уже 4 утра без 4 минут, кстати. Спасибо огромное за донат и доброе утро получается. А не, подожди, 9 вечера, а не 9 утра. Добрый вечер, Deep Ass. Спасибо за годный трек, братик. Насчет клипа очень сомнительно, что я смогу его врубить. Без обид, если что, братан. У меня солевые треки, блять, и я вообще не понимаю, что происходит. Уралец тут вообще солевую тему затронул.
солевую тематику, блядь, в пятницу, естественно. Ну, уже суббота, но стрим за пятницу, понимаешь? Сука, пятничные стримы солевые, пиздец. По низу можем. Ты сказала, что гуляла, не сказала, что нашла. Гидрополе, бутерат, тетрагидро, дихромат, полиэтилен, бензол, слышь, братан, а где трава? Сейчас крит должен быть, у меня рука заряжена, ребят. Сейчас с даггера будет крит, запомните мои слова, вот он, показываю. Потому что Олежа голова, ребят, запомните. У меня баш не выпал. Да пусть бежит, погнали, Митла мой. Может, баш? Вот он. Сломаем. У нас два дизолятора, один хорошо, а два лучше. Максимально не одобряю такие треки и такие высказывания. Быдло. Пойдемте пониже. Трон не сломаем. Здорово, Олег. Неужели здоровая обстановка? Да, без да. Твоих любимых гачей, самая мальчик, здоровая, брат. Когда бой с бразильским и какой кэш? С чего такие... начать, если хочешь стать каучем? Брат, мотиватор. Я никаких... Или ты не шаришь за эту тему? Я никаких бразильских мальчиков, блядь, не слушаю и не люблю. Спасибо за донат. Я не знаю, брат, я в этом не шарю. Каким мотиватором? В какой теме? Я не понимаю, о чем разговор, братик. Как стать мотиватором? Мотиватором чего, кому и зачем? То есть, ну, я не понимаю, о чем ты говоришь. Спасибо за донат. 2 минуты, а едешь. Бля, 3 удара без крита, это хорошо. Со следующей пачкой можно заместить. Вот с этой пачкой. Okay. Чуть бэклин, подожди, там не надо. Там Боник может со спины приходить. Олежа, привет, Кокса. Привет. Приятно тебя смотреть, даришь позитив. В чате скажут актер, но нет. Удачи тебе в катках и в жизни. Спасибо, брат. У меня уже 11 часов утра, смотрю тебя из Уссурийска. Сейчас, я после катки отвечу, я сейчас плохо слышу, потому что у меня... Критов вообще нет, но я не жму БКБ, мне надо ему разменять. Далеко. Просто пушим. Я даже БКБ зажал, не захотел нажимать. Потому что резнулся, там все лов хпшные. Думаю, зачем нажимать БКБ, а хоть если можно без нее. Не, брат, не таймер, вижу. Даже БКБ не стал тоже нажимать, потому что не таймер. Четверых в одной игре подряд. Подряд четверых. Все видели, пацаны? Четверых нахуй. Все видели? Все видели, пацаны? Видели все нахуй? Четверых. Просто четверых. Бля, пятерых не дадут. Уже стрик съехал. Бля, заново стрик набиваю. Блять, дайте пятерых уебать. Сука, не дают пятерых. Не дают пятерых. В одной игре. Все видели нахуй, все видели. Кто не видел там, блядь.
сука, это сюда нахуй, это про сцена, блядь. Дуры нахуй. Что там хейтеры? Просто разъеб. Тупо разъеб на фантомке. 23-1. Это изи. Просто изи. Катка. Тупо не дают рэмпейдж. Смоук какой-то. Иди сюда. Я Ван Хельсинг, блядь. Ты вампир. Сюда нахуй. Шустрый, передашь привет? Кому? Владу и Дане. Владу и Дане передаю привет. Хо-хо! Пугна тупо так, знаете, отъехала за компанию сзади от БФа. МКБшечка зато на Луне уже готова. Тупо чел первым слотом МКБшку купил. Чё там? Передай привет, пожалуйста, Бобу. Бобу тоже привет, конечно же. Спасибо за игру, пацаны. Спасибо за игру, пацаны. Спасибо.